Вот еще одна ручка у меня вот есть. Айсберг, производитель, в таком вот замшевом футляре. Ну, футляр уже со временем немножечко вид начал терять, но в целом все просто бомбически. Сейчас я достану ручку. Сама ручка позолоченная с черными вставками. А вот это вот, так сказать, рисунок, который на ней есть. Он выгравирован на ней, он получается рельефный, и так назовем его, это как вот змеиные чешуйки, в руке сидит плотно, никуда ну, не ерзает, приятно, вот такая корона наверху, цвет золота, механизм у нее поворотный, вот. Внимание, красотища. Я снимаю эти видео не как обзоры там на YouTube, показать, какая она там классная ручка, рассказать про компанию, а снимаю это видео для того, показать для покупателей, чтобы они могли оценить всю красоту и прелесть того товара, который предлагаю я. А я очень люблю продавать разные вещи. Это у меня хобби такое. И вот такой вот есть еще картонный футляр.